Я, блядь, на себя стрелки не перевожу. Плохо, ты понял? Батю своего напонял, возьми, понял, блядь? Прошу. О, блядь, тут так надо. Школьники ебучие. Я не школьник. Да? А в каком ты классе? В каком классе? Да. А ты в каком вот? Боже, стрелочник, ой, блядь, фу, иди, просто убейся, стрелочник, ебать. Самый главный первоклассник? Блядь, стрелочник, уйди нахуй отсюда, стрелочник. Хорошо, хорошо. Димон, лучше, блядь, с бабами ебись. Ну, блядь, здесь стрелки метает. Извини, но я девочка. Да? Ну, блядь, значит, с мужиками. Ну, хорошо. Хорошо, блядь. Стрелочница ебаная. А ты видел, да? Ты знаешь? Что? Ну, типа. Что типа? Пожалуйста, молчи. Да, блядь, анорексия? Да. Ты два предложения связать не можешь? Да. Хуйна. Да. Боже, понятно всё. Как ты же прям вообще? Да, он, да у них ебаная. Иди сосать. А ты? Соска ебаная. Соска, соска. Чтоб тебя бомжи выебали, чтоб тебя поезд переехал. Ты ебаная. Чё заткнули, блядь? Слов бы больше нет. А ты, блядь, хули там пиздишь, стоишь, блядь. Да, иди нахуй. Сам иди, тебе же надо. Чё, даун, что ли? Школьник ебаный, иди учись, сука. Сам учись, я уже школу ушла. Окончилась. Да. Ой, сиди. Пиздец. Ну, тут, ну ты такой школьник. Блин, сам школьник первоклассника. Ты думаешь, я могу с ними ругаться? Мальчика. Я в девятом, лол. Чё ты, блядь, ты лукаешь здесь? Я лукаю. Ооо! Давно не пояснял, я не поняла. Давай. Фарту масти, ауе. Жизнь ворам, свободу пацанам. Хуй ментам, свободу пацанам, ауе. Пожалуйста, закрой рот. И, сука, только попробуй еще отвезти что-нибудь. Переебусь твой ебальник. Да, нет, блядь, ты сам начинаешь матом ругаться, да. Да, ты сейчас хочешь. Для тебя я даун. Ты чё, даун, что ли? Ты, блядь, для всех даун. Иди не лечись. Дай. Полай. Сам, наверное, как... Я как ты такая, ты не понял? Боже, боже. ДЦП. Аутист. Ладно, я пошла. Нечем. У меня нету времени болтать с всякими
придурками. Давай, мамка зовет, да? Мамка зовет. Мамка. Иди учись, сука. Мамка не работает, да? Понял? Ну иди нахуй тогда. Да. Ну а чё, блядь, уходишь мамка, тогда? Мамка. Чё, сливаешься или поняла? Сам признался, понятно. Я, блядь, не сливаюсь, я здесь нахожусь, блядь. А ты, увы, уходишь. Чё ты, блядь, стрелки переводишь? Ой, как ты? Стрелочки ебаные. Я, блядь, на себя стрелки не перевожу, ох. Как ты, понял? А что ты сейчас сказал? Боже, можешь, блядь, пояснить, а? Давай. Иди, знаешь, куда? Куда? Сам знаешь, я не буду, я не люблю материть, понял? Покажи дорогу. А чё, мамка, да, спалит тебя, если материшься? Да, жалко. Я сюда приду. Мамки не ёбарь, блядь. Да. Мамкин дранник. Бол. Я, блядь, кажется, сказал, что я всё, уже не один класс. Всё, всякими придурками разговаривать. Слышь, блядь, можешь из пизды микрофон вытащить? Не слышно тебя нихуя. Плешниц, блядь, у тебя там не приступ случился случайно. Чего у тебя, блядь, клавиши залипло? Чё, блядь, заткнулись все? Дранник, чё заткнулся, сука? Да это с придурками не хочу, баба. Мама зашла? То, что не хочу болтать с жирными дурами. Чё ты нам говоришь? Просто к тебе мамка зашла. Ты, блядь, за слова свои не отвечаешь, стрелки переводишь, сливаешься, блядь. В итоге, блядь, иди уроки учи. Чё заткнулся, алё? Алло. Алло, сука. Хули ты молчишь? Бля, я же вижу, что ты на сервере. На карте, точнее. Алло, чё, у него зла микро нету? Побазарить со мной? Хули вы молчите? В общем, вот так вот. В общем. Итак, вот. Мы поиграли сегодня в Копатель онлайн. Мы узнали дофига нового. И, наверное, на этом надо заканчивать. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.